биологиялық әртүрлікті сақтау және оны ұтымды пайдалану жөнінде жедел шаралар, жүйелі шараларды қолдануда. Бірінші орман шаруашылығы. Республиканың орман қорының жалпы алқабы 29,4 миллион гектар. Оның ішінде орман жерлері 12,7 миллион гектар. Немесе ел аумағының небәрі 4,7% ғана орман жерлері. Ал оның ішінде биік ағашты орманның үлесі 3,3 миллион гектарды, немесе республика аумағының небәрі 1,2% құрайды. Учитывая это обстоятельство, были приняты следующие меры. До 2004 года запрещен экспорт круглого леса. До 2015 года объявлен мораторий на все виды рубок саксаула до конца 2018 года. В текущем году введен запрет на реализацию саксаула в торговых точках республики. Также в текущем году введен запрет на санитарные рубки хвойных лесов, включая разработку корейников. Основными документами для ведения лесного хозяйства являются материалы лесоустройства. В настоящее время в 30 лесхозах на площади 6,2 миллиона гектаров и 12 особо охраняемых природных территориях на площади 3,5 миллиона гектаров госфонда не проведены лесоустроительные работы. Для решения данной проблемы необходимо поэтапное увеличение финансирования лесоустроительных работ до 2022 года в среднем на 400 миллионов тенге в год. В ряде областей последние годы наблюдается снижение объема посадки леса. Если по особо охраняемым природным территориям, находящимся в ведении комитета, в текущем году наблюдается увеличение объемов воспроизводства лесов, то по лесхозам, находящимся в ведении акиматов, в большинстве областей идет снижение. Для решения данного вопроса Министерство совместно с акиматами областей утвердит пошаговый план увеличения объема производства лесов с учетом создания зеленых зон вокруг областных центров и доведения ежегодной площади посадок леса не менее 80 гектаров. В этой связи, уважаемый Бахчан Абдирович, просим включить протокол сегодняшнего заседания поручение акиматам предусмотреть необходимое финансирование для реализации данного плана. С 2003 года введен институт долгосрочного лесопользования в лесхозах, находящийся в ведении акимата. При этом заготовка древесины лесопользователей ведется только в 4 областях, указанных на слайде. Предполагалось, что это уменьшит финансовую нагрузку на бюджет путем софинансирования предпринимателя сельскохозяйственных мероприятий. Проведенный анализ показал низкую эффективность долгосрочного лесопользования. Лесопользователь не исполняет договорные обязательства по посадке леса и противопожарным мероприятиям, а также отмечается наличие задолженности по налоговым платежам. Кроме того, в ходе проверки установлены грубейшие факты превышения объема заготовленной древесины от разрешенного объема, который не отражается в бухгалтерии. Необходимо отметить, что с момента введения долгосрочного лесопользования практически все лесопользователи не вкладывали средства на переоснащение техники и до сих пор пользуются старой гусеничной техникой вместо современной специальной колесной техники, которая оказывает наименьший вред окружающей среде, хотя лесопользователи имеют хороший доход. Например, только лесопользователи Восточно-Казахстанской области заготовили и вывезли 342 тысячи кубометров древесины за последние 5 лет. При этом минимальный доход от реализации древесины только в круглом виде составляет более 1 миллиарда тенге. В то же время мировой опыт показывает, что в ряде стран, таких как Китай, Украина, Норвегия и других государств, введен полный запрет на все виды рубок леса, при этом лесистость этих стран превышает показатели Казахстана в несколько раз. Учитывая сказанное, считаем целесообразным рассмотреть вопрос запрета долгосрочного лесопользования по заготовке древесины и передаче проведения необходимых лесохозяйственных мероприятий самим государственным учреждением, как было ранее, до 2003 года. В связи с важностью данного вопроса предлагается провести специальное обсуждение общественности, лесопользователями, Национальной палатой предпринимателей, акиматами областей и по их итогам внести соответствующие предложения правительства. В 2003 году акиматам областей были переданы 123 учреждения лесного хозяйства, за которыми закреплена площадь 22 миллиона гектаров или 79% от общей площади госфонда. За эти годы акиматами, за исключением Алматинской и Южно-Казахстанской, меры по улучшению состояния лесного хозяйства практически не принимались. Лесные учреждения финансируются по остаточному принципу. Материально-техническое оснащение составляет всего 65% от нормативного. Ухудшился качественный состав работников лесного хозяйства. Наблюдается отток квалифицированных кадров. Объем воспроизводства лесов, как было сказано ранее, сокращается. В связи с чем акиматам следует принять меры
которые неоднократно нами им доводились, в случае же неисправления ситуации в течение 3 лет считаем необходимым рассмотреть вопрос целесообразности нахождения лесхозов в ведении акиматов областей. Что касается особо охраняемых природных территорий, то есть заповедников национальных парков и резерватов, все установленные правительством индикаторы выполняются. В соответствии с планом развития особо охраняемых природных территорий, в следующем году создаются природный резерват Лебалхаш и национальный парк Тарбагатай. Поручение главы государства по созданию зеленой зоны вокруг Астаны находится на особом контроле, и здесь также намеченные планы выполняются в полном объеме. Общая площадь зеленой зоны почти достигла 80 тысяч гектаров. В области животного мира в целях усиления борьбы с браконьерством в текущем году законодательно ограничено количество охотничьего оружия до 4 единиц вместо 10 на одного охотника. Введен запрет на весеннюю охоту и ограничено количество изымаемой из природы дичи в одни руки до 5 особей в сутки. Уже видны положительные результаты и считаем, что данный срок данного запрета следует продлить до 5 лет. Для пресечения проявления коррупции среди инспекторов состава в самих государственных организациях в июне текущего года создана оперативная группа «Сапсан», которая находится в прямом подчинении у министра. В результате ее деятельности в течение 5 месяцев текущего года уже выявлено 16 фактов нарушений предохранного законодательства, материалы по которым переданы правоохранительные органы. Анализ правоприменительной практики свидетельство о ее лояльности к браконьерам. В этой связи предлагаем: первое. В Уголовном кодексе за браконьерство исключить возможность привлечения к условным срокам и предусмотреть только реальные сроки лишения свободы за браконьерство. Второе. Ввести обязательную конфискацию орудия преступления с последующей передачей их на баланс государственных органов или на уничтожение. Третье. Внедрить в систему охраны использование современных технических средств, дронов и спутниковый мониторинг. В Казахстане существует 687 охотничьих хозяйств, из которых только 18 или 2,3% занимается дичеразведением. Для идентификации охотхозяйственной деятельности в текущем году законодательно введено понятие «фермерское охотхозяйство», и в целях его развития принимаются необходимые меры, в том числе: первое. Разрабатывается методика определения оптимальной площади охотчих хозяйств при закреплении за одним охотхозяйством. На сегодня площадь охотхозяйств варьирует от 2000 гектаров до 1,5 миллиона гектаров. Второе. Разрешено изъятие редких видов в коммерческих целях для использования в фермерских хозяйствах с дальнейшим возвратом их природную среду. После падежа сайгаков в 2015 году принимается мера по увеличению их численности, и на сегодня поголовье животных увеличилось со 108 тысяч особей до 152. В области развития рыбного хозяйства основной задачей является недопущение снижения биологического разнообразия водоемов. Неосвоение выделенных квот на изъятие порядка 30% указывает на снижение численности рыб, сокращение их видового разнообразия и замещение ценных видов на менее привлекательные. Объемы изъятия рыб не компенсируются объемами зарыбления. Так, в 2016 году объем вылова составил свыше 44 тысяч тонн. В то же время количество выпущенной молоди составило 277 миллионов штук при выживаемости молоди в среднем 5%. Восполнение рыбы составит 27 тысяч тонн или 60%. В этой связи предлагается ввести норму, обязывающую пользователя осуществлять зарыбление в объемах пропорционально выделенным квотам на вылов рыбы. Одной из важных экологических проблем является сохранение осетровых видов рыб. В этой связи приняты следующие меры. Во-первых, с 2010 года действует запрет на промысловый улов осетровых рыб. Во-вторых, в этом году введен запрет на их вылов и в научных целях. Тем самым исключена возможность ловить осетровых под прикрытием разрешения на научный улов. В-третьих, законодательно введена норма, обязывающая выпускать осетровых рыб в случае их прилова. Тем самым исключена возможность их транспортировки и дальнейшего незаконного оборота. В-четвертых, в текущем году законодательно введен запрет на реализацию китайских сетей, являющихся основным орудием лова браконьеров. Созданы предпосылки для развития товарного рыбоводства, что снизит промысловую нагрузку на естественные популяции рыб.
В рамках госпрограммы предусмотрено возмещение части расходов предпринимателей при инвестиционных вложениях до 50% и затраты на корма для рыб в размере 30%. Правила субсидирования повышения продуктивности и качества продукции рыбоводства утверждены 9 июня 2017 года. И в этой связи акиматам областей необходимо в следующем году предусмотреть выделение средств из местного бюджета на поддержку развития товарного рыбоводства. Уважаемый Бахтиян Абирович, все указанные проблемные вопросы и пути их решения требуют комплексного подхода. В связи с чем возникает вопрос разработки концептуального документа по биологическим ресурсам на среднесрочную перспективу. Поэтому министерством предлагается разработать программный документ, в котором будут отражены вопросы развития взаимосвязанных отраслей лесного хозяйства, деревообрабатывающей промышленности, озеленения населенных пунктов, создание зеленых зон, насаждений, сохранение в целом биологического разнообразия. Просим одобрить предлагаемые меры.